Смотри, тут еще. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Снова эти ловушки. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты не все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Тебе действовать, брат. Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Не, это они просто наши.
разобраться. Надо попасть туда, где соединяются цепи. А, это другой. Разнообразие — это очень важно. Отец, подойди! Просто ненавижу это. Знаю. Уже так близко. Никогда не сомневался. Да ну. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас.
Храм. Слушаюсь. Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным. Знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь.
дело, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. А, храм так и задуман, вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Я уже не уверен. Йоста! Сын, где нож? Рейва. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да! Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал. Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах, а не к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину? Ну, приведем вас в порядок. Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Носи с гордостью. Теперь можешь не осторожничать.
ранен. Отлично! Теперь иди, Апорт. Тебя не отхватит по кусочку. Это поможет в трудный момент. Похоже, все в порядке. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Да, бедновато. Пьедестал. О нет, она забрала камень! Башня, поглощай!
излучает энергию камня. Что-то происходит. Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Запахни. Ошибся насчет худшего. Хорошо, что все кончилось. И где же мы? О, похоже на Альфхейм. Другие стрелы! Они идут. Я рядом. Я готов. Нет, правда, ну хватит. Это все? Да, но где мы? Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Еще имя. Гондул. А зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме?
Любите вы, ребята, пошуметь. Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Ничего не выйдет. Что? Нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знают? Брок и Синдри! У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. Ну что вы там ковыряетесь? Да идем уже!
Снова кровь! Мимир, почему Тюр чувствовал свою вину за то, что Один сделал с великанами? Однажды, вскоре после создания Мьёльнира, Тюр устроил дипломатическую встречу Одина и королей великанов. Долгая война только началась, многие верили в победу, а йотуны могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Тюр надеялся убедить все стороны, что мир выгоден всем. Он знал, что великанов очень беспокоит молот, великое оружие в ненадежных руках. Но они верили Тюру. Тюр всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привел короля воронов Йотунхейм. Дальше события развивались стремительно. Давай я тебе попозже расскажу. Что увижу тебя здесь. Поверились. Все в порядке? Сюда. Я рядом. Что вы снова? Мы нашли твоего сына. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха. И зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. Ха. Меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. Он подлый ублюдок, но мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Мы помогли ему.
Я рад, что мы вернулись. Этот вор не достоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать. За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Это ведь был дракон Бальдра, да? Да. И ты его убил, чтобы спасти меня? Настоящий подвиг. Что случилось с Одином в Йотунхиме? Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание – завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Давай я тебе попозже расскажу.
сзади оборотень! Еще имя. Олрун. Когда Одина изгнали из Йотунхейма? Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла, в Мидгарде больше не найти великанов. И с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм. Еще имя. Хильд. Thank you.
Посмотри на это. Вот и все. Гун, смотри. Может, теперь мы выживем в бою с Валькирией? Сказал нам, как магнемоди связаны с Грунгниром. Ах, да. После того, как Грунгнир упал замертво прямо на Тора, никто не мог сдвинуть каменное тело. Тор был чуть не покойник, мозги всмятку, сам едва дышит, и никто из свиты Одина не мог ему помочь. Вошли маленькие магни и моди, росточку вот такусенького, и пока никто, кроме меня, не видел, перевернули труп Грунгнира и освободили отца. Магни был белокур и получил всю славу, а Моди злился за это на брата до самого конца.